Ну что, стартовали участники. Егор Николаев, лидер российского сезона 13:44.77. Результат показан в Сочи 30 мая. Евгений Дога, победитель многих соревнований по кроссу, а также на дистанции 5 и 10 тысяч метров 14:13 в этом году. Андрей Минжулин, победитель мемориала братьев Знаменских 13:53. Ну вот это, если из россиян, и посмотрите, 583 номер, Эльдар Гадельшин с первых метров. 30 секунд, первые 200, ну вот быстровато. И тем не менее, Эльдар пошел вперед, и вся группа не пошла за ним, вот так скажем. Все смотрят на долгое хватит Эльдара, и постепенно растягивается эта цепочка. Ну что ж, очень интересно обещает быть забег. Дорогие друзья, я напомню, что медали в беге на 10 тысяч метров были разыграны в рамках Кубка России, Мерино, Подмосковье. И там, конечно, два забега были исключительные по своему напряжению и абсолютно замечательные с точки зрения зрительского интереса. Не побоюсь этого слова, весь стадион Мерино стоял на ушах, когда на 10 тысяч метров выигрывали братья Рыбаковы. Но вот сейчас 5000, и посмотрим, как будет складываться ситуация и как будут бороться ребята за этот соперник медалей. Догнали Эльдара Гадельшина. И вот за один из кругов уже, вот посмотрите, группа вытянулась, но нет никакого явного лидерства, все бегут вместе. И через 300 метров мы с вами сделаем первую контрольную отсечку, 1 километр. Но вот 800 метров 2.11, это побыстрее, чем 66 на круг в среднем. Очень неплохое начало. И с этим не могу не сказать еще раз о том, что 13:44.77 сочинский результат Егора Николаева по этим первым двум кругам, в общем-то, трещит пошла. Но ведь надо еще добежать. 5000 метров это не только первые 800. Эльдар Гадельшин по-прежнему лидер. Давайте смотреть, что будет на первой тысяче. 2.44.95. Амос Кибиток пошел сейчас на вторую позицию. Ну а в длине, дорогие друзья, Анна Клешторная уже в квалификацию 6.93. Лучший результат сезона в России. Ну вот, в связи с таким прекрасным прыжком, ребята подзарядились на пятерке энергетикой. И бегут. И вот, давайте смотреть, что будет дальше. 10 кругов. Пока горит на табло, но сейчас уже останется 9. Лидеры двигают напрямую. Амос Кибиток как в спину дышит Эльдару Гадельшину. Ну, а рядом с ним большая-большая группа спортсменов. Здесь много людей, которые могут вмешаться в розыгрыш медалей. Арина Сахмадеев, конечно, татарстанские болельщики. Очень тепло поддерживают всегда Ринаса на всех соревнованиях. Вот он сейчас второй, Амос Кибиток третий. И Гадельшин тащит за собой большую группу. 11 человек в этом головном пелотоне потихонечку убегают. Ну что ж, 5000 метров продолжается розыгрыш медалей, дорогие друзья. Я напомню, что традиция прекрасная у нас. В 56 году Владимир Луч в этой дисциплине. Золотая олимпийская медаль. 8 кругов. Ахмадеев на второй позиции.
И 2 километра нас ждет. Егор Николаев вышел на третье место. Уверенно Егор пока контролирует ситуацию. Но мы знаем, у него прекрасные результаты на полторашке. Скоростной запас очень велик. А Москвитов четвертый. Но вот сейчас Ахмадеев выходит вперед. Понятно, что Гадельшин не может тащить в таком темпе всю эту группу. И до 2000 метров. Смотрим. 5:29,6 секунды. По 2:45 средний бегут. В общем, мне нравится ему музыка, которая на стадионе играет. И YouTube считает, что это грубое нарушение авторских прав. Ахмадеев стадирует, Николай у него на плече. Стремить без звука. Даже не. Но-то сейчас нельзя никак. Кибитов. Ну, второй, третий, так скажем, стадион Николая Валерова, куда они бегут. На всех наших ссылках менять. 7 кругов. Я сейчас это сделаю. Давай, Чепсеба и Киплагат здесь же. Артем Алексеев, Башкортостан, дышит в спину студентам Поволжской академии. Ахмадеев, кстати, прекрасно проявил себя в беге на 10 тысяч метров. Боролся достойно. Но вот на пятерке на родной земле у Риноса, конечно, как говорят, стены помогают, но здесь дорожка помогает, родная. Очередной круг заканчивают лидеры. По-прежнему очень большая группа. Соревнуются девушки у нас в квалификации в длине. Юлия Пелужная выполнила в первом же прыжке 6:56. На пятерке у нас тройка приближается. Пока большая, по-прежнему группа, никто не предпринимает никаких попыток уйти в отрыв. Кибитов, судя по всему, пошел вперед. Ахмадеев здесь же рядом. Но пока ребята бегут, давайте напомним вам, дорогие друзья, как выглядит европейский рейтинг на 5000 метров. Его возглавляет Эндрю Вернер, британец, 13:11,5. Француз Буабдалла Тари, 13:12,22. И бельгиец Башир Абди, 13:20,61. Ну, вот так в Европе обстоит дело бегом на 5000 метров. Ну, и мы продолжаем смотреть, наблюдать за тем, как разыгрываются медали чемпионата России. 3000 метров. Восемь, 23:32. Амос Кибитов. Ахмадеев за Кибитоком. Ну, здесь все. Егор Николаев стережет. И видно явно, что Егор стережет, ребят. Не выходит вперед. Ну и сейчас уже вот третий километр был пройден достаточно не быстро, так скажем. Игорь Максимов, новосибирский бегун, за 4 круга выходит вперед. Всего лишь миля остается. 9:29 было у Максимова. Кибитов за ним, Ахмадеев. Здесь же Николаев на 5-й позиции, но все рядом. И в любой момент Егор Николаев, лидер российского бега на 5000 метров, может выстрелить. Thank you.
1200 метров сейчас останется до финиша бега на 5000 метров. 6 человек в головной группе. Максимов, Николаев на четвертую позицию перемещается, 5-й Ахмадеев. Андрей Сафронов. Много раз Андрей защищал цвета сборной команды страны в разных видах программы. И вот сейчас он бьется за медаль в беге на 5000 метров. Напомню, Сафронов представляет Башкортостан и Челябинскую область. Ну что, кипяток лидером. Ну и все рядом. Четыре километра, 11:10. 11:10. Ну что же, давайте считать, дорогие друзья. Ну вот сейчас такое впечатление, что сюрпляс начинается. Николаев не хочет выходить вперед, он бежит третьим. Два круга. Сафронов садится за спину Николаеву. Ахмадеев, ну, я думаю, что нас ждет с вами очень быстрый последний круг. Будем смотреть, будем болеть, конечно же. Два студента Поволжской академии здесь у нас бегут. Амос Кипяток пока лидер. Аринас Ахмадеев, представитель Татарстана, пятый, но он... Пропустив вперед Сафронова, занял удобную позицию для атаки. Давайте смотреть. Совершенно не сдается и Игорь Максимов, хоть он и шестой сейчас. Если что, ВКонтакте ссылку сбрось. 600 метров остается. Начинается эта разборка. Николаев не выходит пока вперед. 500 метров до финиша. 12:33 за 500 метров. Сафронов начинает атаковать. Ну, сейчас будет последний круг достойный. Николаев, Сафронов. Последний круг. 12:49. Егор Николаев, Андрей Сафронов на второй позиции. И сейчас Эрнский плакат. Студент Поволжской академии бежит третьим. Егор Николаев. Сможет Сафронов что-то сделать? Давайте смотреть за этим. Ну как Мерседес сейчас просто уезжает, уходит Николаев. Вот это финиш. Дорогие друзья, первый комплект наград. Чемпион России на беговой дорожке. Ваши аплодисменты. Егор Николаев, браво. Андрей Сафронов бьется за серебро. А Егор Николаев с лучшим результатом сезона в России заканчивает бег. Сафронов, браво, браво, Андрей. Андрей Минжулин, победитель мемориала Знаменских, третий, бронзовая медаль. Ну, Андрей вообще молодчина, у него на братьев Знаменских личный рекорд был. И сейчас бронзовая медаль большого чемпионата. Поздравляем Андрея Минжулина, он свердловчанин. 13:42, 84 горит на табло, и это окончательный результат. Напомню, до этого лучший результат сезона в нашей стране был 13:44, 77. Это тоже Егор Николаев, ну а сейчас 13:42, 84. У Сафронова 13:47, 78, и Минжулин 13:49, 85. Это, кстати, личное достижение Андрея.